Здравствуйте, это город новостей, в студии Валерия Алферова. События из жизни города в материалах наших корреспондентов. Сегодня в выпуске. Пожар в центре города. Кунгурики лишились автомобилей и зимних вещей. Вывоз мусора из частного сектора. Что мешает перевозчикам ТБО начать исполнять свои обязательства? Небесная ярмарка 2012. Известен список пилотов воздушных армий. Пожар прямо за подразделением пожарной части. Сегодня днем в самом центре города полыхали надворные постройки в непосредственной близости от жилых домов. Примечательно, что огонь вспыхнул прямо за зданием пожарной части, что на Соборной площади. Сегодня около 16 часов загорелись сараи рядом с пожарной частью. Жители дома, находившегося рядом, незамедлительно позвонили в часть. Чтобы не терять время, кунгурики начали сами тушить пламя подручными средствами. Ведь в надворных постройках у некоторых хранились очень ценные вещи. Посмотрите, заглянула, там горит. Я ведро схватила, залила ведро-то. Все, толку-то, все обнесло уже. Все зимние, все вещи были, все вынесено. Все. Там у меня у сына машина, все сгорело. Брандмейстеры боролись с бушевавшим пламенем около 10 минут. К счастью, никто из людей не пострадал, однако некоторые понесли существенный материальный ущерб. Пока до выяснения всех обстоятельств пожарные говорят, что о причине возгорания говорить преждевременно. А вот сами местные жители уверены, что кто-то поджег тополиный пух, и огонь перекинулся на деревянные постройки. И в продолжении темы безопасности. Сегодняшним утром буквально в нескольких сотнях метров от пожара в центре города на Соборной площади добровольные противопожарные дружины демонстрировали готовность прийти на помощь штатным брандмейстерам. Оказать первую доврачебную помощь, вынести пострадавшего из огня – вот то, что должны уметь дружинники, чьи навыки и умения оказались более профессиональными, посмотрела Татьяна Андреева. Добровольные брандмейстеры. Мастерство в пожаротушении демонстрировали сегодня противопожарные формирования 9 предприятий Кунгура. Подобные смотры проходят ежегодно. Для города их боеготовность очень важна, ведь в экстренных ситуациях именно эти формирования предприятий должны подключиться к работе городских служб экстренного реагирования. Сегодня пожарных не зря называют огнеборцами и спасателями. Они не только должны уметь тушить пожар, но и оказывать помощь тех, кого спасли. Ну уж кого не спасли, это уже второй вопрос. И мы вступили в июнь месяц, пожароопасный сезон, везде горит. И мы где-то можем загореться как в лесах, так и у нас очень много деревянных строений в городе. Вот эти наши формирования первые вступают в бой для тушения пожаров, а потом уже прибывают спецы. Требования к противопожарным формированиям предъявляются серьезные по оснащению, технике, а самое главное, каждый должен незамедлительно выполнять команды экстренного реагирования. Также для добровольных брандмейстеров были подготовлены и теоретические вопросы, ведь теория – венец знаний. Действие по сигналу, внимание всем! Включите радио, телевизор, послушать информацию, уметь в точности передать соседям. После проверки оснащенности специальным снаряжением противопожарные формирования приступили к главному испытанию – эстафете. Здесь нужно выложиться по полной, оказать первую доврачебную медицинскую помощь и перенести пострадавшего из очага поражения в безопасное место, а уже после приступить к самому главному и зрелищному испытанию – тушению пожара. Только после выполнения всех заданий судейская комиссия сможет выбрать лучшее противопожарное формирование по результатам всех этапов. Мы стараемся максимум из них взять все, что они учили в течение года. Это и выполнение нормативов по гражданской защите, это и защита органов дыхания и кожи. Выполнение нормативов и на военное время стараемся. Это 10 по вспышке от ядерного взрыва. Ну и теорию должны знать. Если теорию знаешь, значит что? На 50% вооружен, способен. А венцом всего это эстафета. Будут победители, первое, второе, третье место будет по каждой номинации. Пожарные подразделения с машиной укомплектованы или мотопомпой.
В категории «Противопожарные звенья с машиной» лучший результат у машзаводчан. А лучшим командиром в этой категории признан Сергей Чистяков с машиностроительного завода. А вот лучшим пожарным стал Сергей Бузмаков из 40-й колонии. В категории «Противопожарные звенья с мотопомпой» лучше стала команда управления аварийно-восстановительных работ номер 2. А здесь лучшим пожарным стал Сергей Николаев из этой же организации. А вот лучшим командиром признан Михаил Пономарев, представляющий Кунгурский молокомбинат. Противопожарные формирования победителей получили почетные грамоты и денежные призы. Татьяна Андреева, Александр Липин, Галина Криклицева, телекомпания «Кунгур». Борьба с мусорным засильем. В начале марта депутатами городской думы утверждено положение об организации сбора, вывоза, переработки и утилизации бытовых отходов в черте города. Оно является, по сути, новой и долгожданной программой борьбы с мусором в Кунгуре. Перевозчикам давалось 3 месяца, чтобы наладить работу в своих микрорайонах, отработать детали, просчитать на практике экономическую составляющую. Каков результат, расскажет Елена Котельникова. Накануне мусороперевозчики собрались в городской администрации. Это компания «Гарант комфорта», дом Владислава Вестникова и подрядная организация Владимира Мазунина. Между ними с марта и поделен частный сектор для того, чтобы новая программа вывоза бытовых отходов начала реализовываться. За плечами 3 месяца работы в соответствии с мартовским положением. У каждого заключены сотни договоров с жильцами, то есть услуга оказалась востребованной, что и предполагалось. Но радоваться, как оказалось, рано. Сейчас ставится основной вопрос. Владимир Валентинович, у него там какая-то политическая на сегодня составляющая присутствует. Он говорит, что вроде там, где мне выгодно политически, я там буду возить, где невыгодно, я отказываюсь. Значит, гарант комфорта занял нейтральную позицию, но между тем заключают договора не по той цене, которая обозначена, там где по 35 рублей. Вот сейчас на данный момент все договора переведены на 21 рубль. Вот, поэтому гарант комфорта так в мутной воде начал колыхаться. Врач-компания «Дом» категорически заявил, что на сегодня мы не можем по такой цене возить, потому что для нас это убыточно. Каждый из мусороперевозчиков заявил о своей проблеме, и их нужно решать безотлагательно, говорят в администрации. Но решать обоюдно. К примеру, если говорить о Засыловинской части, Первомайке. Здесь хозяйничает Владимир Мазунин. У него заключено более 1000 договоров с населением. Его цена 17 рублей за куб ТВО. Причем порядок сбора мусора он менять не собирается. Бытовые отходы, как и прежде, будут собираться в контейнеры и вывозиться. И мы готовы работать с контейнерами. То есть с контейнерами они с машиной? Да. Потому что так сложилось. Так работа и должна продолжаться, настаивают в администрации. Что касается фирмы «Гарант комфорта», она занимается вывозом мусора из частного сектора микрорайона Нагорной и Заиренской части. Здесь возникли проблемы с заключением договоров. На сегодня у компании их чуть более сотни. Это капля в море. По их мнению, дойти абсолютно до каждого очень непросто. Мы выезжали на место 2 раза, и люди сами не шли заключать договора на «Гарант комфорта». Вот когда мы стали, грубо говоря, ходить в каждую квартиру и стучаться после 7 часов, результат более-менее какой-то стал получаться. Так это получается тоже как бы себестоимость. Ну, грубо говоря, меня вот отправили заключать договора. Я вот домой пришел, грубо говоря, ну, в часов 11-10. Обошел, ну, еще не каждый человек готов открыть и пустить. Но, по мнению администрации, эта проблема решаема. Предложение главы города направить служебное письмо на его имя по тем домам, с хозяевами которых не удалось самой компании найти взаимопонимание. Вы работаете по списку, тогда я уже ответственность перегребаю на себя, как муниципалитет, отдаю ВХ, и они уже эти дома доотрабатывают. Там уже как бы законным способом. Или они заключают, или мы людей призываем к выполнению нормативного акта и встречаемся у мирового судьи. Основной же спор возник между чиновниками и подрядной организацией Владислава Вестникова. Его зона ответственности – микрорайоны нефтебазы, вокзала Кирпичного. Именно его расчеты реальных затрат мусоровывозки привлекли особое внимание, потому как тариф на вывозку ТБО для жителей частных домов в них завышен в 2 раза. Вместо 21 рубля эта цифра выросла до 43. Владислав Вестников объясняет это необходимостью компенсировать расходы, связанные с покупкой новой погрузочной машины стоимостью 1 000 000 рублей. Причем, по его словам, одной такой недостаточно. Но в администрации решили еще раз пересмотреть расчеты, чтобы избежать необоснованных цифр, а значит вопросов со стороны населения. Более того, высокий тариф Владислав Вестников заложил и средств для оплаты труда помощника водителя. Для него это идеальная схема. Лаборатеры, я считаю, что он однозначно нужен. Приходит бабушка, мусор, грубо говоря, не докидывает, вываливается, все равно нужно подобрать. В любом случае, я считаю. Потом нужно проконтролировать год карточки, пакеты. То есть водитель, который принимает, то есть он как бы самостоятельно, это не сможет все это сделать. Поэтому в любом случае нужен человек. Тот еще нужен человек, который будет заключать договора непосредственно, находясь в машине.
Но, по мнению администрации, сейчас главное наладить сам процесс вывоза мусора. И бизнесу готовы помочь в этом, как в отношении всего, что касается нормативной базы, так и технически. Для этого глава предпринял несколько шагов на ближайшую перспективу. Один из них – закупить на бюджетные деньги еще два автомобиля марки «ГАЗ» задней погрузкой, чтобы предоставить их позже за арендную плату мусороперевозчикам. Так, по общему решению, горожане будут избавлены от резко завышенных тарифов на вывоз ТБО, а бизнес сможет навести порядок в своих микрорайонах. Нужно две машины. То есть, если у вас определение, какие у вас участки не перекрываются на сегодняшний день, пока у вас машин нет, я по машинам думаю, что я прощаю. И довольно быстро. Так, значит, по Мазунину посмотрите, по социальной части, то есть, где он, Тремень, где он обозначит контейнерные площадки, то вот этот транш, эти контейнерные площадки по Мазунину делаем. Хорошо? Три. Хоть четыре. Вот сколько скажут, столько и делают. Для частного сектора. Вывозить мусор планируется не реже двух раз в неделю в вечернее время, следуя согласованному с горожанами графику. Елена Котельникова, Александр Липин, Михаил Бабушкин, телекомпания «Кунгур». Не перестают удивлять. Цены в Пермском крае на продукты вновь изменились в сторону увеличения. В мае по сравнению с предыдущим месяцем индекс цен на продовольственные товары в Прикамье составил 100,4%. Это по данным Пермстата. Хлеб, хлебобулочные, макаронные изделия, колбасы и колбасные изделия – творог, безалкогольные напитки, вино виноградное, консервы рыбные подорожали в пределах от 0,5 до 0,7%. Чай, продукты из мяса и птицы копченые, рыба-мороженое, фруктово-ягодные консервы, пиво возросли в цене по сравнению с апрелем на 1,3%. Мороженое на 3%. Стоимость плодово-овощной продукции увеличилась почти на 7%. Морковь подорожала на 17,8%. Лук репчатый чуть больше 14%. Картофель на 5,6%. Свекла почти на 3%. Рост цен на груши и виноград составил 4,1% и 7,8% соответственно. Лимоны больше 12%, однако кое-что из продовольственных товаров стало дешевле. Чеснок подешевел на 1,7%, бананы на 2%, апельсины на 3,2%. Стоимость риса и пшена на 5%, яйца куриные подешевели на 20,5%. Вы смотрите «Город новостей». Детские площадки исчезают из Кунгура. В городе теперь сложно найти место для детского отдыха. Рейд по площадкам совершила сегодня съемочная группа, рубрика «Мелочи жизни». Генеральный спонсор рубрики «Мелочи жизни» – компания «Домстрой». Профессионал на рынке металлопластиковых окон. Многие жители Кунгура жалуются на ремонтных рабочих за то, что они оставляют мусор и прочие отходы на месте выполнения работ. Сегодня здесь, на перекрестке улицы газеты «Искра», мы увидели, что рабочие могут бросить даже необходимые материалы прямо посредине дела. Например, вот этот кабель вместе с люками легко можно сдать на металлолом, но ремонтники оставили его без присмотра. Конечно, украдут, кто-то что-то украдет. А потом местные жители жалуются, откуда такие огромные счета за ремонт электросетей или, например, дорог. Мелочь, а безалаберная. Что делать, если тебе 11 лет и у тебя нет друзей? Все правильно, идти на эту детскую площадку между домами буровиков 3 и космонавтов 9. Здесь именно для таких детей и появилась специальная качель. А если серьезно, то видно, что половину этой одноместной качели попросту спилили и, скорее всего, сдали на металлолом. Но детей забыть спросили. Жалко, что уже вдвоем нельзя покачаться. Понятно, что у тех людей, кто испортил эту качель, нет никаких моральных принципов. Вот только детям от этого не становится легче. Будем надеяться, что управляющая компания в скором будущем займется этим вопросом. Ведь мелочь эта испорченная. Здесь же, в Нагорном, только на улице Российская, мы нашли еще одну интересную детскую площадку. Дети не то что поиграть, но даже подойти к ней не могут. Дело в том, что, по словам местных жителей, траву здесь не скашивали уже лет 5. Да и сами качели здесь находятся в плачевном состоянии. Видимо, поэтому эта площадка единственная, где в самый разгар дня нет ни одного ребенка. Хочется задать вопрос, неужели детям совсем негде погулять в микрорайоне? Ведь мелочь это необходимая. Рекламный партнер рубрики «Мелочи жизни» – компания «Уралинпром», производитель полистиролбетонных блоков, перемычек и перегородок.
Госдума хочет усложнить жизнь откосившим от армии. Депутаты предлагают ввести меру, которая обяжет молодых людей платить за это буквально до самой пенсии. В Госдуме готовят законопроект для наказания откосивших от армии. Тех, кто не хотят исполнять свой воинский долг, предлагается обложить дополнительным ежемесячным налогом в 13%, сообщил зампред комитета по обороне Франц Клинцевич. Предлагается, что доходы от уклонистов пойдут на поддержку вооруженных сил. А также на эти средства будет оказываться материальная помощь тем ребятам, которые получили травмы на службе в армии, либо тем, чье здоровье пострадало во время боевых действий. Однако, если у откосившего есть уважительная причина – болезнь или прохождение службы в других силовых подразделениях, то налог взиматься не будет. Мое отношение к этому только положительное. Считаю, что каждый отслуживший должен иметь по отношению к неслужившим и уклонившимся достаточные льготы. В Кунгуре с уклонистами ведут непрерывную борьбу. 6 мая этого года вступил в силу приговор суда по откосившему молодому человеку. Его принудили выплатить штраф в размере 50 тысяч рублей. Лесная без света. На протяжении нескольких лет на небольшой улице поселка Кирова нет уличного освещения. Некоторым жителям надоело жить в потемках, и они решили обратиться в прокуратуру. Алексей Андреевич живет на улице Лесная уже не один десяток лет. О том, что один из его соседей обратился в прокуратуру, он узнал из уст нашей съемочной группы. И, как считает сам Алексей Занин, явной проблемы в отсутствии уличного освещения он не видит. 60 лет здесь живем, 60 лет. Без освещения, никто не помер без освещения. Не знаю. Ну, молодежь, все надо по городскому. Но соседи Алексея Андреевича видят в отсутствии искусственного освещения большую проблему, ведь она создает угрозу для детей. Лесная – одна из дальних улиц поселка, на которой расположено 7 домов. Но вечерами на ней зачастую можно увидеть шумные компании, которые несут серьезную проблему для кировчан. Чтобы жить в благоприятной среде, местные жители решили обратиться в прокуратуру. Поскольку данный вопрос относится к полномочиям городского округа, было принято решение об обращении с заявлением в интересах жителей Кунгура, заявлением в суд. 22 мая 2012 года по делу было вынесено решение, и в соответствии с данным решением администрацию города Кунгура обязали организовать искусственное наружно-уличное освещение улицы Лесной и переулка Лесной в срок до 1 января 2013 года. Решение суда в законную силу пока не вступило, но кировчане надеются, что в скором времени и на их улице будет праздник, а точнее сказать, фонарь. Неделя в небе. 30 июня в Кунгуре открывается фестиваль воздухоплавателей. Он продлится ровно неделю, и эта неделя будет насыщена событиями, главными из которых будут не имеющие аналогов в мире командные состязания аэронавтов – воздушные баталии. Их участниками будут на этот раз не только российские спортсмены. Тематика фестиваля этого года – Олимпийские игры, причем не летние их виды, а зимние. Аэронавты, по задумке организаторов, должны будут сразиться в небе по таким спортивным дисциплинам, как биатлон, хоккей, фигурное катание, фристайл. И даже это еще не все. Горожан и гостей Кунгура ждет настоящее небесное костюмированное шоу с массой сюрпризов и неожиданностей. А участников таких баталий будет более 20. 4 тепловых аэростата, небесная ярмарка, КНАУФ, Урал и баталия поднимут в небо кунгурские пилоты Андрей, Игорь и Илья Вертепраховы, а также Александр Турицын. Пермяк Игорь Старков будет летать на Великом Чайном пути. Двое пилотов, Иван Маевский и Станислав Алексин, с аэростатами «Маяк» и «Три короля», приедут из Екатеринбурга. Владимир Михайлов представит Каменск-Уральский, Свердловской области. Его аэростат «Уральский». Владимир Вертепрахов с аэростатом «Свобода» из Белого Яра Ханты-Мансийского автономного округа. Москвичи Виктор Горобец, аэростат «Воробей». Игорь Демидов, аэростат «Винт». Валерий Латыпов с аэростатом «Аэронатс», пилоты теплового аэростата «Аэролама», Дмитрий Кузьминых, Игорь Наймилов с аэростатом «Команданты» и Диана Насонова с «Бореем» приедут из Московской области. Город Уфу, Республики Башкортостан, представит Радмир Кильмаматов, Александр Сахаров, аэростат «Дюсаф России» из Тюмени. Кроме того, в числе заявившихся на воздушные баталии 2012 и 3 представителя Германии. Это Николай Эк, Марк Фридман и Людмила Самборская. Ожидается и приезд участников из Франции.
Небесная ярмарка Урала 2012 продлится до 7 июля. Заключительная церемония закрытия, как и открытие, состоится на стадионе «Труд». Зрелище, которое в 21 веке больше не предвидится. Жителям Земли сегодня выпала возможность увидеть уникальное явление. С самого раннего утра можно было наблюдать прохождение нашей космической соседки Венеры по солнечному диску. Это редчайшее астрономическое явление. Находясь между Землей и Солнцем, Венера видна на диске восходящего из-за горизонта Солнца. В прошлый раз прохождение наблюдалось в 2004 году, а следующая пара прохождений придется на 2117 и 2125 годы. Неудивительно, что это событие вызвало настоящий ажиотаж. Для наблюдателей по всей России оборудовали специальные площадки с телескопами. В Перми всех желающих приглашали в планетарий. Посчастливилось увидеть так называемый транзит жителям России, США, Канады, Юго-Восточной Азии и Австралии. Далее прогноз погоды и рубрика «Если завтра ремонт». Если у вас есть интересные новости, звоните 2-33-13 или оставляйте на сайте trk.kungur.ru. Всего доброго и до свидания.